Это 15 микрорайон. На той стороне проезжей части находится 12 микрорайон. А вот тут остановка автобусная. Конечная 53-го, и остальные проезжают мимо. И вот тут в советское время вот этого всего не было. А там далее старый магазин еще советских времен. Название то же самое сохранилось, Сатурн называется. Тачок с этим. Они будут ходить бегать, они с таксистами. На той стороне находится кинотеатр «Батагоз». И вот магазин «Сатурн». Этот магазин существует, как я говорил, с советских времен. Изначально он был построен как магазин на первом этаже. Ну, людей тут сразу видно, не отличаются. Пролетарская часть города. Ну, конечно, территорию магазина расширили, вывели вперед, ужали тут. Здесь была раньше дорога, проезжая часть, ее ужали. Территорию магазина расширили таким образом.